В этом году календарная зима в Твери порадовала обильным снегом. Накануне он шел, не переставая, с утра до вечера. Но кому радость, а кому проблемы. Улицы и дороги замело так, что сложно как проехать, так и пройти. Тверетянам такая обстановка напомнила 30 ноября 2012 года, когда от снега город попал в транспортный коллапс. Многие жители испугались повторения ситуации. Однако этого удалось избежать. На борьбу с сугробами был направлен весь арсенал уборочной техники, которая есть в распоряжении у городской администрации. Основную работу провели ночью. Пока люди спали, наши машины работали, снег убирали, вывозили на самосвалах. Сегодня тоже у нас работают техники много. У нас 24 КДМ работает, много тракторных щеток. Ездят на базе УАЗиков новые машины, чистик называется. За каждой уборочной машиной ведется строгий контроль. При помощи системы ГЛОНАСС Юлия Немчинова может отслеживать каждую единицу техники. Вот у нас, пожалуйста, тракторные щетки работают в Артиллерийском переулке, чистят тротуары. Скорость небольшая, значит, он чистит, не едет просто так. Сергей Арефьев, водитель комбинированной дорожной машины, тоже не сидит без дела. С 9 утра он посыпает дороги песко-соляной смесью, чтобы растопить накат. Нужно высыпать 3 машины песко-соляной смеси по маршруту. Это получается где-то обработать 30 километров. Горячая пора наступила и для водителя трактора Николая Мельникова. Его задача – освободить от снега тротуары и также посыпать их песко-соляной смесью. За 3 часа работы он успел обработать 3 улицы. Однако иногда на его пути попадаются препятствия. Иногда машины мешают, паркуются, ставят. Приходится объезжать, и это место остается непосыпанным. Приходится звонить и вызывать дворников. Они уже посыпают то место, где мы не можем проехать. Это тормозит уборку города в целом. Водители КДМ на узких улицах вообще не могут развернуться. Приходится возвращаться обратно. Иногда это километры пути. Поэтому, конечно, хотелось бы граждан попросить внимательно относиться к знакам, которые запрещают остановку и стоянку транспортного средства в определенные часы. Такая рекомендация будет актуальна как в ближайшие дни, так и месяцы. Зима только началась, а уборка будет производиться ежедневно. Мы сейчас уточняем маршруты движения техники для того, чтобы улучшить качество работы и еще более ускорить процесс уборки города. Конечно, моментально убрать город невозможно. Поэтому неудивительно, если прямо сейчас какая-то улица утопает в снегу, а по одному из 1000 тротуаров людям невозможно пройти. Ну, 3 года назад совсем плохо было, конечно, но в этом году получше, да. Если уж сравнивать, то да. Пока еще не очень хорошо, но я думаю, что будет. Транспорт едет. В некоторых местах, конечно, снег есть, но в целом более или менее. Юлия Личева, Илья Чечен, РЕН-ТВ, Пилот.